мне не видится, что он где-то исковерканный или что, что он где-то не развивается. Он существует не только в форме вот, не знаю, фонда «Русский мир» в России, который посильно помогает многим организациям, в том числе и здесь, за рубежом. Я думаю, что «Русский мир», его даже стесняться не нужно. Он-то есть. Он есть, как вы сказали правильно, в Германии, где-то в Америке, во Франции. Просто, знаете, тут, может быть, его нужно институционализировать, где-то подпитывать другими возможностями, потому что фактически всегда, ну, банальная фраза, материальная сторона, там, финансы решают много. Но я думаю, что, опять-таки, стесняться или этого, или оправдываться о том, что хочешь создать русский мир, тоже не нужно. У немцев есть прекрасные вот эти институты Гёте, которые распространяют немецкую культуру по всему миру, и никто ничего не говорит. У американцев прекрасно функционируют эти американские дома в столицах, American Houses, во всех этих самых крупных городах Европы, тоже никто ничего не говорит. Поэтому карты в руки, вот Россия должна и будет это делать. И я думаю, что в первую очередь, конечно, что мы еще не до конца сделали, извините, тоже немножко о личном, или о своем там тоже скажу, что мы пока еще не прошли до самого конца, пусть полного примирения, скажем, зарубежной части России, которая развивалась после Октябрьской революции на территории Запада, и выходцами из Советского Союза. Хотя очень-очень-очень много сделано, колоссально много сделано, почти уже разницы нет. И люди, которые здесь сегодня титулируются, которых можно назвать диаспорой, да, они же тоже выходцы из Советского Союза. Но я все равно считаю, что нужно, например, до конца объединиться, до конца найти общие опоры, в том числе вот с потомками, может, белой эмиграции. Церкви, слава Богу, объединились, но не до конца, но это большая колоссальная сила, которая произошла, и этим сам консолидируется, конечно, тоже русский мир достаточно успешно. Но впереди тоже очень много. Нужно нам в русском мире иметь светлые головы, люди с перспективами, какими-то визионеры, которые вот к этому идут. И что не должно существовать, это то, что вот к чему, к сожалению, тут часто пресса немецкая или иностранная нас подгоняет, что мы должны всегда извиняться за то, что мы слишком русские, или что у нас там такой русский мир, что он какой-то враждебный в отношении Европы. Это неправда, глупости все. И поэтому больше открытости, больше диалога. Вот петербургский диалог будет сейчас закрывать, нужно открыть новый диалог, чтобы ни в коем случае такие вещи не застывали. Так что хороший вопрос. На нем можно обширно говорить.